Здравствуйте, дорогие зрители! Вы находитесь на канале Life in Brussels. Мы находимся с вами в Париже. Это продолжение моего видео. Кто не видел, ссылка будет в описании предыдущего видео. Это продолжение. Мы находимся в лунопарке Парижа. Этот лунопарк находится возле Лувра и возле Королевского парка. Вот мы идем. Конечно, качельки такие. Вау, конечно, супер. Да. Вот такой лунопарк. Ну, мы, конечно, сможем кататься не будем. Просто мы идем, чтобы сократить дорогу. Сократить дорогу. Потом, да? Вот такие развлечения для деток. Конечно же, сейчас детские каникулы, и лунопарк открыт, так же, как и в Брюсселе тоже. Вот мороженое 6 евро. Ну, конечно, в другом месте оно стоит, может быть, дешевле намного. Сейчас я постараюсь снять. Там такой кинтон. Ой! Конечно, для деток шикарное место, детские аттракционы, много разных. Сейчас тоже в Брюсселе есть лунопарк. Вот. Как раз. Вот такие. Это выставили. Да, я знаю. Вот такие качельки. Где-то скин-код там есть. Да, Юмрай. Короче, качельки на любой вкус и кошелек. Деткам, конечно, супер. Да, и для взрослых тоже. Мы лично очень любим ходить в наш брюссельский лунопарк, так как мы живем недалеко. Вот мороженое. Цены я уже говорила. Это соки 3, 5, 6 евро. И мороженое 6 евро. Вот такая красота. Да, кафе. Вот в парк можно пойти. Вот можно перекусить. Ну, конечно же. Все мы знаем, что цены здесь намного выше, чем если даже мы выйдем из этого лунопарка, пройдем 100 метров, и там будет гораздо дешевле, чем здесь еда. Это, конечно же, вы знаете. Вот такая красота. Очень много людей. Вот куколка маленькая тоже маме помогает. Мамина помощница. Ой, что это такое? О, вот это самое любимое мое стрельба. Угу. Вроде настоящим, потому что видишь, это железо. И очень трудно попасть сюда, конечно. А ну спроси, сколько стоит. А, вот там написано. 2 выстрела, 5 евро. Ну, дороговато, да? А, 6 выстрелов, 10 евро. Сейчас мы снимем. Ого,
Но здесь это как охотничьи патроны, смотри какие. Настоящие патроны почти. Как знаешь, винтовка. Но. Это ее проблема. Вот такой аттракцион тоже есть. Конечно, аттракционы шикарные. А визу на сайте. Да, я, конечно, постреляла. Это я люблю стрелять. Вот такие машины. Вот такие лодочки пиратские. Ой, это у меня в школе у нас была, возле школы карусели, мы катались на лодочках. Но у нас, конечно, там такие. Ох, вот это рыбешка. Да, вот такая карусель есть тоже в Брюсселе. Мы, конечно, на такой карусели катались. Сколько? 60 метров высота. 60 метров. Идем. Это лук, это виртуальная реальность, это маленькие какие-то качельки, ой, сверху вообще, впереди, конечно. Папа, ты не хочешь на колесе обзора? Я не хочу. Мне хватило в Бельгии, а я каталась на такой, страшно. Oh non, c'est pas trop nu. Moi je vais essayer. Ah ouais, on est dans le film. Вот такие карусельки. Мороженое. Конечно, лунопарк здесь хороший. Да, место хорошее. В парке очень такое много места здесь. Раздолье для деточек. Вообще шикарно. Ну, для взрослых тоже, не только детки. Взрослые тоже любят кататься, конечно. Для взрослых, конечно, карусели будут получше и пострашнее. Вот игрушки мягкие. Здесь. Вот мячики бросают.
день для маленьких, вообще для... Вот. Для охотников. Вот сосиски, цена 7,50. Что? Так я показываю. Сосиски. А что это такое фритки? А, фритки по 2 евро и 7,50 сосиска. Половина курицы 13 евро, сосиска. А, огурчики, ну, не знаю, по-нашему огурчики, как пирожки. Всевозможные соки, смузи, мороженое. Вот каруселька, детская каруселька, это вообще для таких крошечек. Вот такая карусель. Почему-то мне напоминает детство мое, не знаю. Это возле Эйфелевой башни стоит. Да, возле Эйфелевой башни тоже такая каруселька. Все, это напитки и мороженое. Вата, сладкая вата. А, вот это этот аттракцион, который сверху там, помнишь, мы смотрели. Это вот видишь, какие хорошие кабинки. Кстати, вот это застекленные кабинки очень удобно, потому что когда оно не застеклено, конечно, очень страшно. А стеклянные кабинки, конечно, шикарно. Не так страшно, когда ты едешь в стеклянной кабинке, потому что мы катались на не застекленных кабинках, то, конечно, страшновато. А когда вот стеклянные кабинки, то как-то более уверенно себя чувствуешь. Угу. Вот. Такие детские аттракциончики для деточек. Колесо такое. Шикарное колесо. Идем. Ой, красиво, а то же как в Эльге. Да. Да, вот вход в колесо. Пошли я вот так сниму. Вот этот сад, где мы были. Вот мы шли туда. Вперед, а теперь обратно. Вот это здание Лувра. Вот. Рой де Перес. Вот такое. Такой вход. Вот колесо. Конечно, шикарное. Очень высокое, очень красивое место. Вообще. А сколько стоит сейчас? А вот. 6 евро. 6 и 12, детский 6. Ничего себе 6. Взрослый 12. А в Брюсселе мы по 8 покупали. Взрослый 12, детский 6. А, да, детский 6. Не, от двух, дети от 2 до 12 лет. Ну, для детей. 6, а взрослые 12 евро, да. А в Брюсселе мы почем? 8 евро, по-моему. Да, в Брюсселе дешевле. Мы катались в Брюсселе за 8 евро. Субтитры сделал DimaTorzok.
Да, каруселька, конечно, такая, да. Ты бы хотела такое покататься? Страшно? Нет, как ты думаешь? Красиво. Просто страх, если она вдруг оторвется. И калека на всю жизнь. Или вообще смерть. Не, ну видишь, здесь просто может голова закружиться. Видишь, оно в одну сторону. Да, вот как красиво это французский флаг. Вот такая красота. Парижа. Лунопарк, который находится возле Лувра, Королевский дворец. Вот колесо. Конечно, очень большое. Я даже не, оно у меня даже не помещается. Хочу снять. Да. Конечно, очень впечатляющее, очень красивое колесо. Шикарно. Да, футбол. Exactly how you did. That was perfect. Good job. Good job. Вообще какая-то, блин. Короче, никакая. Так, это детки. О, арбузики, смотри. Очень гостеприимные в Париже. Блогеров любят, я уже говорила в прошлом видео. Кстати, очень любят блогеров. Папа, может, сюда пойдем покушаем, как ты думаешь? Но мы сейчас посмотрим меню, может быть, зайдем сюда покушаем. Идем. Вот меню. Так. Все, вот. Вот такой мы показали вам. Лунопарк в Париже, у КП здание. Конечно, шикарно. Очень красивый лунопарк. Не иди никогда перед камерой.